русский, что дерево, из него можно сделать и дубину, и икону. Сам по себе человек – ничто, только его любовь к кому-то имеет смысл. Откровенная глупость может быть по-своему неотразима в женщине. Если высыпать содержимое кошелька себе в голову, его у вас уже никто не отнимет. Учи своих детей молчать, говорить они научатся сами. Брат может не быть другом, но друг всегда брат. Мы лепим своих кумиров из снега и плачем, когда они тают. Только злые люди зла боятся. Хрусталь и сердце потеряли бы свою ценность, если бы не были хрупкими. Неблагодарный сын хуже чужого, это преступник, так как сын не имеет права быть равнодушным к матери. Те, кому не довелось испытать поэтическую любовь, выбирают женщину, как выбирают котлету в мясной лавке, не заботясь ни о чем, кроме качества мяса. Кто не уважает себя, тот несчастен, но зато тот, кто слишком доволен собой, глуп. Истинный свет, тот, что исходит изнутри человека и открывает тайны сердца душе, делая ее счастливой и согласной с жизнью. Ваши дети – это не ваши дети. Они появляются через вас, но не из вас. Вы можете подарить им вашу любовь, но не ваши думы, потому что у них есть их думы. Вы можете дать дом их телам, но не их душам. Вы только луки, из которых посланы вперед живые стрелы, которые вы зовете своими детьми. Вы можете стать свободными лишь тогда, когда даже само желание искать свободу станет для вас уздой, и вы перестанете говорить о свободе как об искомом и достигнутом. Человек борется, чтобы найти жизнь вне себя, не осознавая, что та жизнь, которую он ищет, находится внутри него. Смерть чем плоха? Уходишь, а то, что любил, остается. Кто струсил раз, струсит и в другой. Жизнь – нескаковая лошадь, которая никуда не сворачивает от старта до финиша. Действия людей – лучший переводчик их мыслей. Правильно мыслить более ценно, чем многое знать. Чем раньше вы начнете относиться к своему сыну как к мужчине, тем раньше он им станет. Дружба – это любовь без крыльев. Если уж заблуждаться, пусть это будет по велению сердца. У
Улыбки создают каналы для будущих слез. Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может. Сущность любви заключается в том, чтобы никогда не быть счастливым. Ревность, тревога, потеря имущества. Много сказано о хорошей и плохой стороне этой страсти. Чтобы быть счастливым, нужно знать любовь не страстную, а сладострастную. Любовь становится моральным грехом, когда она делается главным занятием. Она расслабляет тогда ум и заставляет деградировать душу. Любовь в соответствии с различными характерами по-разному пылает. У льва жгучее и кровожадное пламя выражается в рычании, у высокомерных душ – в пренебрежении, у нежных душ – в слезах и унынии. Море не выходит из предписанных границ, на это отваживается только человек. Великий ум при теле ростом малом послужит мне надежным пьедесталом. Не во всякой игре тузы выигрывают. Подскажите, где начало того конца, которым оканчивается начало? Под сладкими выражениями таятся мысли коварные, так, от курящего табак нередко пахнет духами. Проси совета у того, кто умеет одерживать победы над самим собою. Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниет или на холоде замерзает, а ум человека, не находя себе применения, чахнет. Где умирает надежда, там возникает пустота. Так не бывает, чтобы человек был, а проблем не было, о таком даже детских сказок не сочиняют. Самые правдивые мысли те, о которых ты никому не расскажешь. Отпустить на свободу кого-то гораздо проще, чем сделать то же самое для себя самого. У нас даже воры о справедливости мечтают. Жизнь устроена так дьявольски искусно, что не умея ненавидеть, невозможно искренне любить. Критицизм может сделать себя философом, но только вера может сделать себя апостолом. Грубость – это духовная слабость. Поверх всех законов живет закон моральный, и на нем зиждется право. Понятие роскоши безобразно. В нем распад и разврат. В происходящем переустройстве мира все разрушительные атрибуты роскоши должны быть отвергнуты. Достижение всего самого лучшего происходит через все самое высокое. Не только нужно поминать имена Суворова,
Кутузова и всех отечественных героев, но и осознать, что они были интеллигентны и культурны в своих великих подвигах. Глубочайшая тайна жизни в том, что жизнь – это не процесс открытия, а процесс сотворения, сотворения себя и своего мира. Женщина слышит мелодию цветов в шуме ветра. Она видит красоту невидимого. Она чувствует порывы и устремления жизни. Она знает, когда время бежать, а когда время отдохнуть. Когда время смеяться и когда время плакать. Когда время удержать и когда время отпустить. Не отказывай себе в полном удовольствии, и ты будешь в состоянии доставить полное удовольствие другим. Правительство – это проявленная совесть людей.